Сквер имени Антонова находится около проспекта Созидателей, рядом одно из крупнейших предприятий города – завод «Ил-Авиастар». Неподалеку больница, колледж, школы. Здесь часто гуляют с детьми, катаются на велосипедах и занимаются спортом. 30 лет здесь не было никаких масштабных работ по преображению. Теперь же в сквере лежат кучи гравия и песка. Полным ходом ведутся работы по благоустройству. Здесь проводятся работы по восстановлению освещения. Там были старые освещения, демонтировали, сделали новые современные освещения. И тротуарные дорожки до Авиастара. Даем гарантии качества обязательно, потому что здесь согласно ГОСТу, согласно СНИПу, все должно быть это. Опыт работы есть за 33 года моей работы, еще не такой еще видели. После обновления асфальта установят скамейки, урны, появятся клумбы и газон. Работы должны завершиться до 1 августа. В будущем году благоустройство продолжится. Сами ульяновцы голосовали и решали судьбу сквера. Предлагались им, соответственно, горожанам это вот устройство детских игровых зон, входных групп. Но горожане решили пока в первую очередь, видимо, все-таки голосованием, это история о развитии авиастроения из нашего завода «Авиастара». В 2024 году в сквере появится модель самолета, а также пилоны с историей авиастроения. Для детей будут построены современные игровые площадки. Ход текущих работ проконтролировал губернатор области Алексей Русских. Да, ну, надо, конечно, понимать, что в этом году мы успеем, но в сентябре следующего года надо увидеть весь сквер, если говорят, частями этого. Таким обновлением местные жители рады. Сквер Антонова многолюдный в дневное и вечернее время суток. Вскоре проводить время на свежем воздухе станет значительно приятнее. Плохое. Тут ни освещения, ничего. И кусты так всегда свисают, очень опасно. Иногда дети выезжают на дорогу кататься и переживаешь за них, что это как-то, и взрослые тоже так же. И осень, если, например, идут, когда всегда темно. Поэтому я думаю, это нужно делать. Дело хорошее, чему не нужно. Всегда приятно, где что-то новое делают. Обновление территории проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда». На благоустройство было выделено 12 миллионов рублей. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.